камерового уровня, и это чувствуется. Богиня, как минимум. Итак, сейчас, в данный момент, я надеюсь, что все рассядутся по местам, и, Аврор, да, действительно, у нас получится, я в это верю, получится задать вопрос Дженнифер одними из первых. Вот небольшое такое затишье происходит. Мы не учили премию Муз ТВ 2008. Дженнифер, у меня будет к вам несколько вопросов. Первый из них. Скажите, какие чувства испытываешь, когда понимаешь, что ты секс-символ для всего мира? И это все в прямом эфире телеканала Муз ТВ. Большой комплимент, что вы это сказали, но я, честно говоря, об этом даже не думаю. Хорошо, окей, спасибо, thank you. Давайте попробуем узнать, какой вы себе представляли Россию там, когда еще находились у себя дома в Америке. Такой ли она получилась вот в реальной жизни? И что? The country the way I would like to, but today was the first time I came during the day. And we flew in, and it was so beautiful. Me and my husband were looking at it, and it was just so green and gorgeous. And I really felt like, gosh, we really need to get out and really see the country a little bit more. And then we got to see a little bit more. И, в общем, ничего не видела. И вот сейчас это, пожалуй, первый раз, когда я прилетела и увидела город. И когда мы садились, мы прилетели рано утром, мой муж мне сказал, посмотри, какая красота, зеленый город, река. И мы приехали в гостиницу, потом мы поехали в госпиталь к больным детям. И мы... I used to love Madonna when I was little. Я когда была маленькая, обожала Мадонну. And Janet Jackson. Janet Jackson. Michael Jackson. And Michael Jackson. I loved anybody who could sing and dance. Мне нравятся все артисты, которые могут петь и танцевать. Но скажите, сегодняшняя церемония – это прежде всего вручение наград. Помните ли вы свою самую первую награду? И учитывая тот Я обращаю внимание, дорогие друзья, уважаемые телезрители, что все это происходит в прямом эфире. Прямо сейчас, здесь, на втором этаже. Привет, Муз-ТВ. Yes. Отлично. Ну что ж, спасибо огромное, Дженнифер. Отлично выглядите. Я думаю, что у вас сегодня получится устроить и показать отличное шоу. Спасибо. Всем нашим другим зрителям я сообщаю, что мы продолжаем прямой эфир из Олимпийского и переключаемся.